Близость берега и пашни привлекает одну из редчайших птиц. Глушицу. Это птицы семейства вороновых, живущие у берега. Клушицы – удивительные птицы, очень своеобразные. Как многие члены семейства вороновых, они очень умны и, кроме того, чрезвычайно находчивы и общительны. Мне они представляются элитой семейства вороновых. Большую часть времени клушицы ищут насекомых ради пропитания. Это их главная добыча. Они ищут ее в гниющих водорослях или в лепешках навоза у берега. Пора обедать. Это небольшая награда за тяжелую работу. Нервы могут не выдержать. Конечно, не все птицы могут найти достаточно пищи, особенно в свою первую зиму. На Гибридских островах менее 60 пар клушиц. Но есть простой способ помочь им. Чем и занимается общество защиты птиц на островах Айлей и Арансай. Нужно пасти скот традиционным образом. Круглый год на пастбище. Зимой они будут питаться на воздухе, а это означает круглогодичное наличие навоза, которое обеспечит постоянное питание птицам.